Постараюсь сделать все, чтобы никогда не огорчать вашу дочь. Жених! Это еще не муж. И потом не факт, что эта свадьба будет. Если ты ее обидишь, я тебя уничтожу. И немедленно покинуть дворец бракосочетания. Я сегодня еще раз убедилась, что этот Кирилл твой, это совершенно не тот человек, который тебе нужен. И мне нужно серьезно с тобой поговорить. У меня бы сейчас была настоящая семья. Потом папа соврал мне, что ребенок родился мертвым. Машину угнали? Или водитель сбежал?